6 серпня депутати 7-го скликання Славутицької міської ради зібралися на третє пленарне засідання, участь в якому взяли 15 депутатів та міський голова. Першим питанням, що розглянули на сесії, був звіт про діяльність комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму» Славутицької міської ради за 2018 рік. Директор комунального підприємства Сергій Філіпов коротко розповів про діяльність підприємства, про проведені ремонтні роботи, про стан спортивних споруд та обладнання. А далі відбувся диспут між депутатами та директором підприємства УФК СТ. Чи дійсно ви для немісцевих, які приїжджають на збори до міста Славутича, підняли ціну на відвідування наших закладів? Це так чи ні? То ми вийшли з предложенням, тобто самостійно ми не маємо права приймати такі рішення. Ми виходимо з предложенням, ми виконком дали на сесію, значить, о согласуванні тих чи інших наших, так сказати, предложень чи хотілок. Значить, і так, дійсно, ми виходили з пропозиції і нам узгодили ту пропозицію, і ми отримали в конечном итоге решение, положительное решение для поднятия расценок, в частности для иногородних. Так как предприятие в большей степени, скажем, отдает приоритет детям, ну и посетителям Славутича. Еще раз подчеркиваю, что огромное количество посетителей пользуются вообще бесплатно нашими услугами. И изучив ценовую составляющую в других городах, значит, мы приняли решение выйти, еще раз говорю, с предложением незначительно поднять цены для иногородних. Спорт в нашем городе – это всегда был дотационный сектор. Бесполезно говорить о том, что сегодня УФК СТ может нам принести не то что прибыль, а хотя бы выйти на какую-то самоокупаемость, потому что спорт – это дорого. Но это престиж города, здоровье наших детей и, ну, как я люблю говорить, да, в то время, пока наши дети заняты на спортивных сооружениях, в этот момент они не бьют нигде стекла, не употребляют всякую гадость и не занимаются прочей ерундой. Другой вопрос, что, на мой взгляд, давно уже возникла в городе потребность. И мы сегодня должны понимать о том, что, на мой взгляд, по крайней мере, что это одна из приоритетных направлений вообще развития города Славутич, это привлечение сюда всяческого рода соревнований, тренировочных лагерей, то есть, ну, молодежи, начиная от молодежи, заканчивая серьезными спортивными какими-то командами для проведения тут тренировок. К сожалению, у нас нет, конечно, своего Суркиса, который может нам построить там тренировочную базу «Динамо», и мы на ней будем тренировать команды такого уровня, но у нас, по крайней мере, есть бюджет, но, который, на мой взгляд, может себе позволить поэтапное развитие какого-то спорта. В принципе, есть глобальные работы, которые, по сути, требуют больших капиталовложений, капитальных и других, но есть небольшие мелкие работы, на которые стоит обратить внимание и все-таки их выполнять. То есть элементарно устроить пляж мусорками и их регулярно убирать. Я думаю, что это можно сделать. То же самое выкашивание травы, я думаю, тоже не проблема. А это все-таки дает возможность определяться человеку, приехать туда отдохнуть или нет. Значит, на сегодняшний день как такового пляжа де юре у нас нет. У нас есть зона отдыха, пляжная зона, но это не пляж. Пляж подразумевает собой комплекс мероприятий, сооружений и так далее, которые проходят аттестацию, обследование и так далее. И, к сожалению, с момента строительства города эти процедуры не были проведены. И на сегодняшний день стоимость вопроса такова, что, я думаю, городской бюджет просто его не вытянет никакого, сразу без привлечения каких-то средств извне. Начинали московский ФОК. Он практически идеален, я считаю, что там не хватает одного. Это замены ФОК. Насколько мне известно, уже 3 или 5 раз были сделаны замеры. Почему они до сих пор не заменены? К сожалению, затянулся процесс с проектом остекления. Да, мы обращались с просьбой рассмотреть возможность о проведении полного капитального ремонта остекления всех ФОКов. Существуют такие моменты. Есть проекты по термомодернизации, куда входит остекление. Стоимость этих проектов, если не ошибаюсь, по-моему, больше 5 миллионов одного ФОКа.
Туда входит кровля, полностью остекление, входные группы и так далее. Всех ФОКов. Насколько я понимаю, должны привлекаться будут средства либо ЦХАЯД, либо какие-то сторонние другие программы. Городу, я думаю, тоже на сегодняшний день это будет сделать непосильно. В связи с этим принято решение аварийно сейчас сделать хотя бы поточный ремонт. И к нему мы уже приступили. Значит, на сегодняшний день вот, своими и силами подрядчиков вот, начали заниматься с Тбилисским ФОКом. Значит, один из недорогих, относительно недорогих, хотя он тоже дорогой, вариантов замена остекления на поликарбонат. Ростовский стадион со стороны трибун. Там есть 4 мачты освещения. Вот на них нету света и абсолютно темная сторона. А там обычно собирается вечером, ну, я так думаю, несколько, наверное, тысяч посещений, не учтенных вашей статистикой в результате годовых. То есть нельзя ли все-таки хотя бы по времени съемки как-то сделать освещение? Потому что со стороны футбольного поля, ну и спортивной площадки, там хоть что-то есть, оно как бы нет, но оно более-менее освещает. Но с этой полная темнота, а там дорожки уже начали как бы со сну, от старости начали заебаться швы. И там уже ну, постепенно становится опасным даже бегать элементарно. А там достаточно много людей, тем более сейчас световой день становится все менше і менше, і людей там з темне время все більше і більше. Наступне питання стосувалося діяльності комунального підприємства управління житлово-комунального господарства за 2018 рік. Про роботу у ЖКГ звітувалася Тетяна Блоха, після чого депутати змогли задати ряд питань щодо роботи комунального підприємства. Скажите, пожалуйста, как отреагировал, скажем так, или как изменился долг за газ, тот, который у нас был зафиксирован в деле о банкротстве, и тот, который текущий сейчас на данный момент? Значит, по состоянию по газу на сегодняшний день картина примерно выглядит так. Долг, по которому у нас, сумма, по которой у нас сейчас реструктуризирован долг, и мы оплачиваем в размере 590 тысяч ежемесячно, без сбоев, это порядка 30 миллионов. Значит, то, что мы подписываем по мировой угоде на сегодняшний день, я надеюсь, у нас это получится, 8 миллионов. Там подлежит списанию порядка 6 миллионов. Это то, что мы имеем реально по картинке на сегодняшний день по старым долгам. 38 миллионов. 38 миллионов. Это то, что идет по банкротству. На сегодняшний день по ДФСу и по старым долгам, это, я думаю, ежемесячный платеж у нас составит порядка 1 100 000 на 5 лет. А текущий долг это надо возвращать. Из хозяйственной деятельности. Газом у нас не изменилось, даже еще ухудшилось. Нет, она не ухудшилась. Вы не забывайте, мы отопительный период 18-19 года, если не брать месяцы, когда просто город обеспечивали горячей водой и работала тогда экогенерация, мы не получили ни гривны долга перед экогенерацией. Мы с ними рассчитались полностью. Мы не рассчитались с ними за поставки горячей воды. Это начало сезона, когда они давали горячую воду, и май месяц. Там ми їм залишились должні. Того ж дня після обіду про роботу своїх комунальних підприємств звітувалися директори КП «Славутичводоканал», КП «ЖКЦ» та КП «Електромережі». Звіти про їх діяльність також активно обговорювалися депутатами. Повну версію третього пленарного засідання 61-ї сесії Славутицької міської ради ви можете переглянути на сайті YouTube на каналі Славутицької міської ради.